Всем привет, ребят! Как раз вышло солнышко, и как раз у нас сегодня полный трэш. У нас сегодня аккаунт, который я вам показывал, где не забита была полоска доната, она еще до сих пор не забита. Не дошли мы до максимума, но здесь полный трэш на аккаунте. В общем, у нас сегодня роллинг нового героя. Это IS сервер, ребят, это отдельный сервер. Его на своих телефонах можно только получить на айфонах. То есть он доступен только для айфонов. И только здесь мы сможем, только на айфонах вы сможете играть. Ну, что я могу вам показать? Я могу вам вот только вот так вот сделать, чтобы вы понимали, насколько на IS сервере доступны плюхи и насколько здесь бешеные ребята. 14300 пыли она накопилась, и это не все, вы видите еще дофигища топовых плюх. Уже потратили порядка, сколько там, 250-260к на выбивание нового героя, и сегодня мы будем продолжать. Не выбыли, то есть будем пробовать сегодня дальше добивать. Я надеюсь, мы вытащим с нашей удачи из андроида. Постараемся. Это одна из топовых гильдий, поэтому кто играет с донатом на IS сервере, кто хочет играть с донатом на IS сервере, кидайте заявочки, вступайте. Телега Ассасин, Сереги. То есть кидайте ему заявочки, пишите, гильдия активна. Первые места битвы гильдии Атака Фортов рвут всех, нужны активные игроки, поэтому кто хочет играть в топе, пишите. Так, ну что, у нас поехали, пробежимся, посмотрим, что тут осталось. После этих маньяков магазинное безумие. Так, 13 шансов. До этого мы, думаю, дойдем. Божество есть. Ну, неплохое. Здесь офигенное магазинное безумие. Видите, Огника даже уже... точнее, Зефира даже уже, по сути, не берут. Нового героя. Специальное предложение. Войди в игру. Возвращение домой. Маленькая помощь. Забрали. Яйца 56 раз. Кстати, оно интересно посмотреть на плюхи. Спирита, Лаваника. Ну... плюхи здесь есть вообще никакие. Так, наборы базара, больше акций. Ну, зайдем, больше акций. Колесо удачи. Понятно, магазины, бонус, 1 плюс 1, нету. Так, хорошо, тут забрали, тут... что у них интересного есть? Путешествие монстров, сейчас пройдем. В общем, сейчас пойдем с вами ролить. Плюх на аккаунте дофигища. Я вам этот аккаунт уже показывал, как он развивается за 4 месяца. Просто, просто жестко. Так, сегодня было вот такое вот накопление. Пакетик накопления на IS сервере. Можете посмотреть, какие плюхи дают. Куча карт. Вот 31 карта, ребят. Хотите открытие 30 карт? Прожали по лайку. Давайте так, наберем нормальное количество лукасиков. Я вам пооткрываю эти плюхи тоже. Так, а что у него по камням? Потратился. Было, я вам показывал, 2000 с чем-то камней было вроде. А то и больше. В общем, ладно. Это такое. Это все относительно такое. Даже 15-е скиллы можно качать. Но нам надо... один недостающий герой. Мастер рун. Так, ну что, поехали. У нас еще на складе дофига ништяков. Так. Вот, самики еще есть. Но мы пока их тратить не будем. Попробуем обойтись тем, что у нас есть. И заролить. Поехали. Испытывать удачу. Бульдозер-стрелок.
Давненько, кстати, я на Айсе не ролил. Посмотрим, какой здесь рандомчик. Но я показал на русском сервере, просто эпик. Я у себя слил порядка 100к. Ролил на других аккаунтах, то же самое клей. Бочка. Рыцарь. Артешка. Сноу. Ну давайте уже что-то интересное. Грома. РТшка опять. Ну, я вижу, тут шансы такие же, как и у нас. Один в один. Сердцеедка. Дед Мороз. Ну-ка. Нифига не падает. Вот просто тупо вот. Не знаю, знаете, такое чувство, что после обновления у нас полностью порезали шансы на дроп легендарный герой. Вот смотрите, 30к слили вообще никуда. Стрелок, два стрелка вытащили. Малышник. Нафига на таких аккаунтах вот эти вот герои? Смертушка. Не знаю, кого там мы там выбили, но вряд ли он бы появился у нас в конце, засветился. Жестко. Жестко. Поехали еще. Проверим. Нам надо сегодня 131к, ребят. Фактически мы почти 170к слили сейчас. Ну, не слили, еще сливаем. Так, давай. Три студеных рыцаря. Это говорит о том, что хрен вам, а не герой. Просто пипец. Посмотрите на этот дроп. Это просто ужас какой-то. Так, надо на соточку добить, чтобы был шанс. Шанс стопроцентный на выбивание, отлично. Так, ну поехали. Поехали. 30к у нас уже ушло. Дама холода. Ну, дама холода, блин, 9 на складе. Бугимен, Леди Лео. Купидон. Бульдозер. Видите, как после рейда начинает хоть что-то падать. Друид. Одни магазинки. Кенди. Скиталец. Нифига себе, 2 по 2. Это жестко. Дракула. Дракула Сосакула. Сердцеедка. Бугимен. Ну, с пыльцой здесь проблем нету. Я чувствую, его добавят в острове, если вдруг. Хотя вряд ли его в остров закинут. Хотя айджи все могут. Ара Варлок. Не, ну это жестко. Фея. Ну вы что, прикалываетесь там что ли? Где нафиг герой? Медуза. Друид. Ну
пипец. Просто пипец, ребят. Ну, мы пока слили порядка 40-50 где-то ка, то есть это не так уж и много, но это, конечно, жесть. На кого-то мы... Это GT, что ли? Это его аккаунт? Это как-то на изи. Думаю, вряд ли это его аккаунт. Так, снова поехали. Сразу смотрите, как две леги. Еще одна. Еще одна. Ну, блин, а мастера рун вы нам дадите так? Это жестко. РТшка. Малышник. Профессор Рибит. Вот, честно говоря, иногда просто офигеваешь от сумм, от количества самоцветов, которые сливаются на выбивание героя, и он реально не падает. А потом его на следующий день продают на рынке за один пак. Валентина, Атлант. Ну, рандомчик, давай. Королева Гарпий. Так, не увидел кого-то, пропустил. Кого-то я там пропустил, но это не этот герой. Жестко. РТшка. Ведьмочка. Купидон. Да пипец какой-то, ну. Землеройка. Так прикольненько здесь ролится. Быстро. Блин. Уже больше стака улетело, и нифига толком. Честно скажу, многих героев я даже не видел. Все-таки это писец какой-то. Здесь уже, походу, удача ни при чем. Здесь только решает подкрутка GG. Свален. Ведьмочка. Купидон. Блин, да я у себя выбил за 150к на этом. На английском серваке. Что, здесь он так хреново падает, что ли? Это просто какой-то трэш полный. Королева Гарпий. Бочка. Может, он за 150 нам выпадет. Малышник. Это, конечно, тыкать это задротство. Я не знаю, за 150 шанс. Сноу. Рыцарь. Не, ну это писец какой-то. Я просто в шоке с того, насколько шансы. Это явно уже, явно, что урезали. Капитан Дрейк. Капитан Дрейк. Да нафига нам этот Капитан Дрейк? Дама Холода, ну еще одна. Ну нафига Дама Холода вторая? Дайте, блин, последнего героя. Задрали. Короче, достать Мастера Рун, наверное, проще сразу же покупать. Ладный призрак. С таким количеством потраченных денег. Это просто трэш. Ледяной Феникс. Знаете, под конец типа начали подкидывать лиги для заманухи. Просто
какой-то аут одержимый. Нет, эта рулетка, конечно, крутая. Не, ну так люди игру бросают с таким рандомом. Но ну они угорают, реально просто тупо угорают. Что за фигня? Где это долбанное чудо? Я в шоке, блядь. 400к, и мы его не вытащили. Давайте за 150, конечно, дадут. Блин, ну это просто гон, реально. Это просто самый настоящий, что не есть гон. Тупо, блядь, 400к и герой не вылетел. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну что это за прикол? Я в шоке, честно скажу. Дофигище дам холода, дофигище всего. А тупо он не упал. Ну это просто, блядь, бред. Посмотрите, сколько стоит божество, сколько стоит мастер рун. 20 осколков. Короче, блядь, я просто в панике и в шоке. Не знаю, даже не знаю, не хочу ничего говорить. Пишите комменты, ставьте лайки, поддержите пацанов, вступайте в гильдию Асгард, АС сервер. Ну, блин, это просто жестко. 400к. И даже малейшего намека на имбу. Ну, я, блядь, просто в панике после этого. Ну, хотя у меня тоже такое было, это нормально. Но здесь такое очень часто. Просто бред. Все, всем удачи, всем пока.